Вымпел Победы завершает свое шествие по стране. Сегодня Алматы принял эстафету, стартовавшую 30 декабря в Астане. Подразделения из всех войсковых частей города собрались в парке 28 героев-панфиловцев, чтобы в присутствии ветеранов Великой Отечественной передать вымпел представителю Министерства обороны. Акция-марафон под названием «Честь Победе», инициированная президентом, верховным главнокомандующим вооруженных сил страны Нурсултаном Назарбаевым, охватила все регионы. Она посвящена 70-летию Великой Победы. Символом акции стал вымпел, который побывал в частях аэромобильных и сухопутных войск в Астане, Караганде, Семее, Капшагае, Отаре и Актау. Сегодня завершающий этап марафона. В ходе церемонии участники возложили цветы к вечному огню. Молодые воины прошли торжественным маршем. Теперь вымпел отправится в столицу и будет храниться в республиканской школе Жасулан. Эта акция проводится в честь 70-летия Победы, чтобы каждый молодой воин знал, что какой ценой добились наши прадеды и деды великую победу. Оно играет свою патриотическую роль в воспитательном характере и в идеологическом воспитании.